Всем привет! А что если вам скажу, что можно зарабатывать 645 000 долларов в день, ничего не делая? Как вам такое? Если честно, я серьезно, можно зарабатывать 645 тысяч долларов в день. Но я, естественно, говорю за Ганстер-Вегас, а не за реальную жизнь. Серьезно? Ты не верил? Так, ну давайте-ка я расскажу все-таки, как заработать эти 645 тысяч долларов. Сначала вам придется выкупить все собственности, да. Домики все, их надо будет выкупить. Но перед тем, как выкупить все эти собственности, надо сначала заработать на них. И сейчас я вам подскажу парочку офигенных способов, как можно нехило подзаработать в Ганстер Вегас, чтобы выкупить все собственности и просто заходить в игру, ничего не делая, получать бабло. Первый способ очень даже предсказуемый. Вы должны выбрать для себя любимую миссию, чтобы она выполнялась у вас на 4 звезды. К примеру, у меня такие миссии — это прыжки в свободном падении. Но на этих миссиях особо не подзаработаешь, так как вам придется потратить 24 тысячи баксов на 3 парашюта, потому что в каждом раунде вам придется потратить 1 парашют, а раундов тут 3, поэтому получается 24 тысячи баксов. Вот, к примеру, выполнив последнюю миссию в свободном падении на 4 звезды, вы получите 50 тысяч баксов грязными, но из-за затрат на парашюты вы получите 26 тысяч баксов, и это не очень-то и много. Но если выполнить эту миссию 10 раз, вы получите 260 тысяч баксов, и в принципе не так уже же и плохо, можно себе что-то приобрести, можно еще раз 10 раз ее выполнить, вот, уже сможете что-то покруче себе купить и, так сказать, подкопить. Но вообще выбирайте миссию для себя, которая вам легко дается, и вы ее выполняете на изи, на 4 звезды. Но не рекомендую выполнять миссии с перестрелками, так как доход от миссии не окупит вам затраты на патроны. А патроны дорогие, особенно на крутые пушки. Так что не советую вам использовать миссии с перестрелками в качестве дохода. Ну и поехали ко второму способу, который вообще офигенный, вообще изичный просто. Этот способ, думаю, знают все. Просто абсолютно каждый игрок, который играл в Ганстер Вегас. Только ленивый о нем не знает, или новичок, который недавно скачал игру, и для него это будет полезная инфа. Украсть дорогую тачку и продать ее на разборке. Сейчас вы видите скриншот, где находится богатый район, где находится таких тачек очень много. Мне повезло, что я ее тут встретил. Вот, они тут встречаются, но не очень часто. В богатом районе такие тачки много раз встречаются. Еще есть ценные ТС. Они появляются в рандомных местах и позначаются на радаре такой, знаете, желтенькой машинкой. За них еще дают звезды розыска. Если эта машина не очень драгоценная, вы за нее получите 4 звезды розыска. Если эта машина очень драгоценная, вы за нее получите 5 звезд розыска. Вот, они не так уж и часто встречаются, хотя, знаете, бывает так, когда тебе они абсолютно не нужны, ты их часто встречаешь, а когда ты вот именно хочешь найти ценный ТС, то тебе вообще, блин, они на глаза никак не попадаются. Ну, это, знаете, законы подлости. Кстати, если кто не знал, ТС — это скорочено транспортное средство, чтобы не называть просто постоянно транспортное средство. В игре даже это так и пишется — ценное ТС. Вот такими двумя способами можно заработать себе на собственность, а потом просто шиковать. Сейчас вы видите на экранах цены различных автомобилей, которые стоят по неплохой цене, их можно за эту цену продать. Вам очень повезет, если вы найдете ценный ТС с голографической бабой. Во-первых, можно на бабу посмотреть, а во-вторых, можно ее продать около 120 тысяч бабосов. Это реально немного, ну, немало, можно так сказать. И плюс еще посмотреть рекламку, там 240 получить тысяч, это вообще многовато, как бы так сказать, за один разочек, поэтому вам повезет, если вы найдете эту машину. Плюс еще могу добавить, что можно рассмотреть эту бабу, и у нее двигаются груди, когда она ходит. Ну, знаете, такое дополнение, так сказать, если вы будете присматриваться к ней. Так, знаете, подъехать к какому-то зданию, чтобы приблизилась камера, и порассматривать, как она будет ходить. Плюс у нее еще волосы двигаются, но они двигаются как желейки, поэтому на этом акцентировать внимание можно и не акцентировать. Вот, в принципе, и все, как по мне. Я на этом заканчиваю с вами. Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.